телеграм-канале администрации Самары «Вести» с Дворянской сообщают о временных ограничениях движения транспорта в связи с проведением областных спортивных соревнований. Для проведения чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам ограничения будут действовать с 8:30 до 15 часов 23 июля и с 14 часов до 8 часов вечера 24 июля по улице Арена 2018 от проезда номер 6 до проезда номер 2. Ближнее примыкание к улице Демократическая по проезду номер 2. А в связи с проведением первенства Самарской области по велоспорту с 8 утра до 2 часов дня 24 июля и с 8 утра до 4 часов вечера 25 июля ограничения движения вводятся по улице Арена 2018 от проезда номер 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин хутор, по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров по проезду номер 2. Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко в своем телеграм-канале пишет о ставшем уже традиционном конкурсе «Цветущий Ленинский» на самую красивую благоустроенную дворовую территорию, самую красивую клумбу и газон. Инициативные люди занимаются благоустройством по зову души, и задача районных и городских властей – поддержать их, растиражировать инициативу, чтобы она стала примером для других, и публикует фото территории, расположенной по адресу Садовая, 231. Телеграм-канал Куйбышевского района Самары сообщает, что 13 августа на стадионе «Нефтяник» пройдет районный праздник, посвященный Дню физкультурника. Помимо веселого времяпрепровождения, вы сможете еще и официально сдать нормативы ГТО. Для этого в день праздника нужно будет предоставить судьям справку от врача о допуске к сдаче ГТО, а накануне зарегистрироваться на сайте gto.ru.